Хасанском районе на сопке Заозерная прошла акция «Сад памяти», в рамках которой были высажены абрикосы и кедры. Принять участие в высадке деревьев пришли неравнодушные жители, среди которых педагоги, представители органов власти и губернатор Приморского края Олег Кожемяка. Сегодняшняя акция «Сад памяти», она увековечивает память о тех людях, кто сделал все возможное и ценой своей жизни отстоял независимость нашей страны, ту свободу, которую сейчас молодежь воспринимает как данное им обещание со стороны предыдущих поколений жить в мире, чтобы строить свою страну, развивать ее, укреплять ее могущество с тем, чтобы никакой враг не мог на нее посягнуть. А если посягнет, то получит достойный ответ. Озеро Хасан, вблизи которого проводилась акция, является священным местом. В 1938 году на этом месте прошел вооруженный конфликт между Советским Союзом и Японией, в котором погибло 1050 советских пограничников и красноармейцев. Именно поэтому администрация приняла решение высадить в честь каждого павшего защитника по дереву. Наши бойцы отстояли независимость нашей страны, отстояли эту землю от японских милитаристов. Тысячи много погибших, ребят, более 1000 человек полегло. И вот даже сейчас, когда мы производили непосредственно подготовку к этому месту, месту высадки, был обнаружен еще один незахороненный солдат. Акция началась с возложения цветов к мемориалу памяти бойцам. Напомним, что акция «Сад памяти» проходит в стране с 2019 года. Основная цель заключается в том, чтобы высадить 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Не стоит забывать свою историю и своих предков, тех, кто подарил нам голубое небо над нашими головами. Олег Завьялов, Степан Скляров, Новости на Восьмом.